Тебя здесь не радует. Если меня тут заметят, будет плохо.
С возвращением, Дикаст! Рад, что ты не пропустишь столь значимое событие. Почему архонты в цепях? Я решил преподать своим братьям последний урок в искусстве править. Это больше похоже на казнь. Каждый миг жизни должен служить уроком, включая смерть. Ты был в царстве мертвых и знаешь то, что неведомо этим глупцам. Осторожнее, Атлант. Я Дикаст. Только я имею право вершить здесь суд. Не думай, что можешь указывать мне. Твоя власть заканчивается у порога моего дворца. Ты готов убить своих братьев? Ради чего? Ради мира и блага Атлантиды. Ради Атланта. Я наследник трона Атлантиды. Почему я не Дикаст? Я исполню волю отца, но эти глупцы не заслуживают власти. Я буду лучшим архонтом, чем они. Узнав, как ты поступил с братьями, Посейдон покарает тебя. Таков наш путь, мы движемся вперед. Но ты не один из нас. Ты был милосерден с теми, кто живет в городе. Возможно, наш путь не столь хорош, как кажется Посейдону. Родители пекутся о нас, но могут ошибаться. Чему бы нас ни учили, мы должны помогать друг другу. Мудро, Дикаст. Я согласен с твоим решением. Пока что. Что теперь? Если ты однажды будешь править Атлантидой, Алексиус, тебе стоит усвоить один важный урок. Так вот твоя благодарность. Поучение? Всего лишь советы. В Атлантиде многие вещи не те, чем кажутся. Этот город стар, а те, кто его создал, еще старше. Ты помог мне, Дикаст. Я благодарю тебя. Это не конец, Атлант. Напротив, я закончил. Артефакты. Они как будто бы говорят со мной. Ugh.
Лишь бы не заметили. Раньше не видел мир таким. Все так ясно. Словно я впервые открыл глаза.
Путь открыт. Инициация будет. Выберите параметры оружия. Изменения приняты. Выбрана конфигурация «Бой». Открыт. Инициация будет. Выберите параметры оружия. Изменения приняты. Добавлен модуль «Убийца».
Убийца? Я ни при чем! Убьем ее, пока не поздно! Может, расскажешь, что случилось? Нет, все в порядке. О, Дикаст! Ты можешь все это прекратить. Меня зовут Лира, а ты помог стольким людям. Ты чудесен и прекрасен, и силен, и ты здесь. Хватит, мне не нравится, что ты делаешь. Молю, прости. Само твое присутствие подтверждает легенды. Ты здесь. Встретиться с тобой лицом к лицу — это... Прости. Тебя считают убийцей. Не похоже на это, но как Дикаст, я должен знать. Они думают, что я убила ту злосчастную семью. Как убили и тех, других. Но я этого не вынесу, клянусь. Поверь, это не я. Где ты была, когда это произошло? Если их убили прошлой ночью, то я была здесь, пыталась поспать. Но теперь я сплю плохо и вижу странные сны. Одни и те же. Снова и снова. Ты была одна? Ну, да. Я очень устала и решила остаться дома. Ты говорила и о других убийствах. Это было третье. Не знаю, почему винят меня. Я не смогла бы сделать такое. Я выясню, что произошло. Покажи, где совершили нападение. Дальше по дороге. Здесь недалеко. Спрячься до моего возвращения. Хорошо, спасибо. Ты и правда великий Дикаст. Возможно, кто-нибудь видел, что случилось. На этих следах видна кровь из дома. Убийца ушел этим путем.
Ножом так не ранить. Когти? Этот кровавый клочок не от одежды убитых. Он принадлежит убийце. Хочешь знать о том, что было вчера? Да, что? Все только об этом и говорят. И раз Декаст здесь, значит, ты этим и занимаешься. Если ты что-то об этом знаешь, не молчи. Я видела лишь издали, но этот вой, его невозможно забыть. Это был волк? Скорее уж, зверь. Увидишь его, беги. Буду осторожнее. Великий Декаст! Чем я мог заслужить такую честь? Я ищу того, кто совершил нападение прошлой ночью. Конечно. Я думал, с этим уже давно покончено. Ты о толпе, чуть не забившей женщину? Я все сказал. Я же Декаст, или ты забыл? Поверь, те, кто хочет что-то от меня скрыть, потом весьма сожалеют об этом. Ты уже знаешь, кто виноват. Лира? Думаешь, толпа права? Разумеется. Я им и сказал, что это она. Я видел ее ночью. Безумную, в крови. Было темно. Как ты мог ее узнать? Я знаю, что видел. Нужно рассказать Лире, что я смог узнать. Ну, тебе удалось что-то узнать? То, что я узнал, меня смущает. Расскажи. Я нашел двух свидетелей. Женщина слышала волка. Но мужчина сказал, что видел тебя в крови, и ты выходила из дома. Это ложь. Или ошибка. Было темно, там мог быть кто угодно. Это не все. Убийство совершено не оружием. А чем же? Похоже на следы когтей. Я нашел там клочок ткани. Он не подходит к одежде убитых. Это мой? Как он туда попал? Кто-то хочет, чтобы в их смерти винили меня. Скажи мне правду, Декаст. Волк их убил или что-то еще, но явно не ты. Конечно, не я. Но зачем же кому-то выставлять меня убийцей? Мы выясним это вместе. Когда я убью зверя? Ты его убьешь? Разве у нас есть выбор? Хочешь, чтобы за тобой снова пришли? Конечно, нет. Просто жаль, когда убивают животных. Если не убить зверя, будут новые жертвы. У меня есть друг. Он может пока меня спрятать. Нужно найти зверя и убить его, пока он не напал снова. Это явно непростой волк. Малака, Лира? Это все я? Но как? Мне такое встречалось. Минотавр, Циклоп, Горгона. Все они люди под властью мощных артефактов Ису. Остановить их можно, лишь убив. Другого пути нет. Но ты превратилась назад. Ты чем-то отличаешься. Я не помню, как шла сюда. И зачем?
Думаю, та часть тебя знала, что попалась. Может, ей казалось прийти сюда единственный путь. Та часть меня? Мне снилась светлая комната. Я связана, боль по всему телу. Думаю, это было на самом деле. Значит, это я? Я не помню, но их убила я, верно? Если бы ты знал, что снова убьешь и не сможешь остановиться, перестать, ты мог бы? Что именно? Прыгнуть. Конечно, нет. Всегда есть другой выход. Но какой же? Ничего не исправить. Это лишь одна часть тебя. Не ты целиком. Я знаю, каково это быть человеком лишь отчасти. Поверь, это можно вынести. Я не столь сильна, как ты. Взгляни на себя. Ты сильна. Сильнее, чем думаешь. Меня, кстати, скидывали со скалы. Мне не понравилось. Но ты жив. Именно. И ты тоже. Ты прав. Теперь я знаю про то, что внутри меня, и могу что-то изменить. И знаю, кто поможет. Спасибо. Надеюсь, она справится. Технологии Ису изменят любого, кто не способен их подчинить. Это объясняет твою злость, Лейла. Я — это я. И не так слаба, как ты думаешь.
Ищу укрытие.
Надеюсь, меня еще не заметили. Thank you.
Дикаст, можешь помочь мне с проектом солярной регенерации флоры? Что-что? О, извини, позволь мне начать сначала. Я Неокл, главный ботаник-империец в Атлантиде. Ищу способы восстановления флоры. Цветы здесь не растут сами по себе? О, нет. Ты не из почитателей Минервы, надеюсь. Если ты не объяснишь лучше, я не смогу тебе помочь. О, прошу прощения, Дикаст. Ты недавно в Атлантиде, а я забегаю вперед. Позволь начать. Если вкратце, эти цветы — наш ключевой ресурс. Раньше их рвали без разбора, цветов стало мало, а воздух хуже. А тебе нужно больше? Примерно так. У меня есть гипотеза, что использование источника энергии мощнее Солнца поспособствует росту. Опять непонятно. Есть устройство, которое излучает свет вокруг сада Тритона. Перенаправление лучей с помощью зеркал стимулирует рост флоры. То есть я должен их направить? Да. Если Дикаст позаботится о наших природных ресурсах, это пример всей Атлантиды. Хороший, надеюсь. Похоже, все лучи должны попасть в ту штуку в центре. Здесь меня могут заметить.
Похоже, все лучи должны попасть в ту штуку в центре. Это, наверное, устройство Неокла. Напоминает о том, как я открыл дверь в Атлантиду. Готово. Ха! Это первое. Ugh.